Точнее, офицеров сразу. Опа. Это сильно меняет план. Только начал собирать, и сразу тебе прилетела карательная акция. Давай, начнем с побега. Жесть. Да, не дали мне пособирать материалы. Ну, первая это такая мясная разогревочная. Сторонники сопротивления. 5 человек. Эвак. Не такой далекий, кстати. Но все равно через эвак пойду. Я на эваке, но учитывая крышу и первый пак, я все-таки пойду. Пойду пытаться. Ну, 5 человек. И вроде как не так далеко. Но, правда, здесь дверь открыли уже. Это значит, что... Там пачка стоит. Но здесь прям крыша-крыша. То есть нам нужно эту улицу пробежать каким-то макаром. Дальше может быть попроще. Может быть, и сегодня закончится трейд. Есть хорошие вещи, есть не очень. И куда они? Влево, понял. Сейчас перекроют. Уже перекрыли. Нет, не перекрыли. Открываю дверь. Захожу внутрь. Так. Открываю сразу. Хотя не побегут по этой. Открываю сразу. Ну, сейчас будет много смертей. Я боюсь уже. Я же боюсь. Наверное, надо дождаться, с какой стороны они выйдут, или выйти вообще вниз. Одним каким-нибудь леммингом. Орваться вот сюда. Или вообще подходить сюда. Так, чтобы тебя видно не было. Это возможно? И мне кажется, безопаснее вдоль стеночки идти. То есть вывести кого-нибудь влево. Ну или они сами сейчас прибегут. Сейчас они переходят в режим боевой готовности и начинают бежать сюда. То есть я думаю, что сейчас они ворвутся либо сверху, либо сзади. Смысл в том, чтобы они как раз вот сюда разбежались как-то. Ну, почти. Так, ну здесь мы открываем дверь и пытаемся спастись. Нас пятеро. И... Главное не толпиться, потому что там гренки. Яд. Ну, если у нас спасется хотя бы один человек, это уже будет миссия нормальная. Больше лучше. Ладно, спасаемся еще одним. А, это был не мой мирный, сори. 3 человека спасли. 3 человека — это хорошо. Главное, чтобы не двое из них или не трое были безликими. А то выяснится, что мы спасли сейчас пришельцев, которые внедрятся в нашу организацию и будут устраивать диверсии. Реальная история, на регулярной основе происходит такое. 2 миссии освобождения региона, но сейчас мне нужно принимать решение по вот этому конвою. Кто у меня есть вообще на этот конвой? Или не делал диверсию тогда? Силы стянутся. Да, давай прерываем. Ну, я буду регион уже. Мне лучше спасти этот регион и... Есть у нас деньги, сплавов нет. Погнали. Так, это миссия, на которой я умирал. Это миссия конвоя. Миссия конвоя. То есть есть пачка. Ну, как правило, есть пачка. Уже реснулась. На первый ход ты на нее натыкаешься. На второй ход появляется босс. И первое подкрепление. И так до конца 20-25 человек.
с Богом. Задача не только не получать ранений, не терять бойцов, но и делать все очень быстро. Да, миссия разок, на которой всех разнес. Было такое. Да. Подкрепление, следующий ход. Мэка у нас здесь нет. Есть возвышение для снайпа. Конец карты там. А, нет, у меня тут... Не снайп, что ли? Не, снайп, вот. Снайп. Гиперчувствительные зрачки. Его бы сюда куда-нибудь отправить. Или вообще в угол куда-нибудь. Чтобы он всю эту... Так, спокойно. Осматривайся. Блин, волнение, капец, начинается. Подкрепа первая. Состав. Главное, здесь сила адвента, то ли тройка, то ли четверка. О, четыре человека, щитовик, два милишника и артиллерист. Захватить бы артиллериста. О, нет, два пака сразу. Есть попадание у нас. Я уже вижу. Этот стоит на овере. Первый пак рядом с основной группой. Ребята, работаем. Есть. Ой, дробаш даже попал, 27. Это промах был. А здесь что? Здесь попроще чуть-чуть даже. Здесь попроще. Сейчас мы... Тихо. И босс, конечно же, босс. Это у нас жнец. Призыватель, бафер, обжигатель. Что по билкам? Бдительность. Может активировать режим наблюдения в конце своего хода. Фаталити. Меткость. Если треть здоровья и меньше, то сразу бахает. Пофиг ему на взрывчатке. Молниеносный пофиг на овервоче. Ваши дистанционные получают к меткости критическим против зафланговых. Понятно. И овервоч не промахивается. Заступники наносят больше урон. И сверху надо его бахать. Блин. Черт. Он столько может, блин, меня. Три брони, до хрена хп. Мастер ближнего боя, не забываем, что у него еще. Да, по нему не попасть. Молниеносный, потому что. Пока не тратим осколочную. Так, только думай, Миш, все зависит от твоих действий. Все зависит от твоих действий. Мы все умрем! Спокойно, Миша, спокойно. Начинай с... Змея, раз. Дальше милишник, два. Остальные по пути и ближе. Сейчас как раз проверим. Выстрелом делаем вот такой раз. А, он может его просто убить сразу. Ну, значит, ты, скорее всего, будешь этого фланговать. Магнитка есть. Не факт, может, даже приказ. Здесь 80. Этого надо гренками закидывать, естественно. Это что такое? Точный выстрел особый, говорит. При особой. Не, пока все можно сдюжить. Ближнего, я думаю, надо просто отравить. Просто брать. И вот так вот его верным выстрелом... Ушатывать копеечку. Ну, потому что ни то, ни сё. Урон нормальный я бы не нанес по мэку. Безжалостность, класс. Такие они маневренные, конечно, на таких миссиях прям помогают. Давай. Гранат обычных на всех хватит. То есть это... А у меня еще приказ стоит на дополнительный. А здесь же другое дело, видите? Правда, ниндзя подставится. Его надо будет убирать через приказ. Да, на щитоносец адвента пофиг. Надо заряжаться. Зил отрывается. Ему плевать вообще на все происходящее. Его не надо было даже ставить за кавер. А уж он все равно стоит. Здесь сохраняем full cover. Закидываем гренку раз. Ну, надо у него броню снимать для начала. I hear no trifling eruption.
О, огонь, это очень хорошо. Ой, огонь, это прям классно. Это неплохой ход. Я попробую дезориентировать двоих все-таки слева. Ну, чтобы не врывались, не атаковали сильно. Понятно, что они не факт, что побегут. Ну, не будут, например, храбовника убивать. Ну, вот что мне делать с мэком-то? Что мне делать с мэком? Ниндзя, так не хочу врываться без кавера. Да, он убьет. Может подойти кинуть... Да он же забомбит себя, Миш, забомбит. Ну, в целом, тебя не должны видеть. Не должен босс видеть с той стороны, поэтому погнали. Ну, машина большая прикрывает, погнали. Ну, Мэг может много проблем принести. Он последняя опасная цель на данный момент. А так, хопа, и все, и нет проблем. Но я закину на него еще протокол помощи, чтобы он был не самой приоритетной целью. Разобрались почти с двумя паками на старте. Подожгли, блин, босса. Но и это еще не все. Надо принять решение, что делать с боссом дальше. Я думаю, пока он не убил, надо закидывать гранаты все-таки. Потому что в любой момент этот лемминг может стать... С появлением магниток стало легче на миссе. Да, да. Овер. Горит, видите, потихонечку, но горит. Плюс у него статы-то пониже будут из-за горения. Сжигание. Это атака массовая, но подействует на одного только. Минус здоровье и огонь. Ай, на двоих все-таки. Загорелись. Этот отступает, но ты не убежишь от ниндзя. Ой, это ниндзя. Нет. Не убежишь от ни ниндзя, ни зелка, все правильно сказал. Блин, увернулся от всего, красава. Просто красава. Сейчас подкрепа будет снова. Горят нашим товарищам. Я буду их лечить. Ну что, я зря двух спецов взял. Первый пошел. Какой хороший вообще руководитель. Видели как? Он на самом деле, этот товарищ, он не такой опасный, как снайпер. И уж тем более, как этот... Как вражеский ниндзя этот с мечом. Если вам удастся контролировать все, что он вызывает, то никаких проблем не будет. Поэтому я думаю, что план у нас следующий с вами. Мы его пока держим новобранцами. Ничего с ним не делаем. Дожидаемся, когда прилетят еще подкрепления. Ну, они на следующий ход, потом еще. До 20. Постепенно сдвигаемся в сторону босса теми людьми, которые теоретически могут нормально с ним работать. И вот как закончим с основной частью, будем уже убивать босса. Потому что у него такое количество здоровья, что не думаю, что это, ну, правильно сейчас на него лезть. Так. Не хочется сгладить, пока террор идет очень хорошо. Прилетает новая подкрепа. Состав. Щитовик, пулеметчик. Кто еще? Трое, всего лишь трое. Наверное, два мека. Нет. Это уже серьезнее. Этот горит. Хочу зажигательные патроны. Когда же появится? Это все, что они сделали? Разбегаются щеглы. Мы пытаемся по ним пострелять. Пулеметчик. Нет, босс делает. Босс что-то делает, он прыгает. Мы по нему ни хрена не попадаем, потому что у него молниеносный... И снова огонь! Снова огонь. Я говорю, Кеш. Непривычно, когда в комнате кто-то есть, блин. Так, он горит. Он горит, и это прекрасно. Не... Overwatch у нас есть. Можем сломать этого товарища, попробовать, да? Тут вообще простые мэки. Тут простейшие мэки. Понимаете? Простейшие. Во, например, единственное, до кого Кенг достает, это как раз до бочки. Поэтому он подходит, делает красивый выстрел в бочку. Снимая броню, нанося урон. Ох, и убивая одного. Кажется, легкая прогулка вместо террора у нас с вами. Уже убит почти десяток человек. Давай-ка, снайпер, поработай здесь с винтовочки.
Бах. Десяток людей минус. Из-под крепы, которая только-только прилетела, осталось два человека всего лишь. Только я не хочу овер ловить. Не хочу вот так вот зайти. Только я фланг подставил под босса. Но он меня, правда, не видит с такой дистанции. Так что если мы избавимся от ближайших целей, то все ок. Помню, что обычно происходит после дальше после слов про легкую прогулку. Почему мы не попали по этому? Что за дела? Травим. Крит 40, красава. Заряжаемся еще зелком. Третья инерция. Промах 93. Ладно, ладно, у нас тут вариантов вагон. Как можно его убить? Ну ладно, не вагон. И подкрепа на следующий ход не будет, понимаете? То есть сейчас мы уже можем потихонечку приниматься за босса. Правда. Давай так. Сейчас еще его лемминги убьют. Он совсем расстроится. Опять у меня вот этот врыв. Но я встану за зелка. Добьем это так. Встану за зелка. Все, остался один босс. Будет, конечно, еще подкрепление, но не скоро. Так что мы... Так, Миш, главное сейчас не слови ранение. У тебя там впереди еще освобождение региона. Пожалуйста, не надо. Что ж, он горит, продолжает гореть. Призывает последователей. Вот это может быть опасно. Элитные мутоны. Два. И змея. И бапает он элитного мутона. А вот это другого уровня, чуваки. Это уже совсем другое дело. И сжигание еще дело. Сейчас двоих подождут опять. Так, собрались. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да, конечно. Это главный сектоид из белгородской маршрутки. Ты не заметил, как близко мы подкрались к тебе. Алоиш. Не заметил. И на дальнего гренку, чтобы... Ладно, на ближнего гренку, чтобы снять броню. Чего-то сейчас подкрепа еще может 10 человек. Это, кажется, последний может быть подкрепом. Ну, время молиться. Что там за пак? Ой. Так, кто-то стелепортировался, кто-то, кто не помещается. И здесь еще 4 человека. Твою же шметь. Офицеры, мэки, щитовик, ракетчик. Грязь. Охренеть. Там попроще. Так, этот горит. Мы попали, ребят. Ну, ладно, это последняя подкрепа. Давай так. Делаем все, чтобы... О, эти далеко. Вот это жесткая подкрепа. Телепорт союзника. Мутона. Куда ты мутона телепортируешь? Так, ладно. Контроль над разумом у тебя теперь еще есть. Здрасте. Зелот принимает. Красава просто. Ему плевать на змей. 14 человек активно. 14, Карл. Здесь овер. Щит. Здесь... Блин, здесь попроще. Капец, здесь значительно проще. Мег первого уровня. Дрон первого уровня. Дрона ломаем, скорее всего, сразу же. У нас два спеца. Мы можем сломать и дроны, и этого. В принципе, тут одной гренкой, дезориентирующей, мы вырубаем этих троих, ломаем дрона, ломаем мека. Да? Конечно. Ну, то есть, дрон, мэк, это будут две цели, которые задержат тут, ну, на пару ходов точно. 82 по змее. А, давай-ка, 82 по змее. Я смотрю, у кого действия такие без вариантов. Вот снайпер зарешал.
Одну змейку убил. 13-13 сейчас. Убито 13. И активно 13. Протокол, по-моему. Потому что она сейчас пойдет в самый ад. Вместе с Зилком. Зилок-то выдержит, а вот Кенг может не выдержать. Погнали. Протокол помощи раз. Протокол блокировки. О, управление 100. Слушайте, дезориентация. Это же вообще халява. А, гранатка, синий экран. Увеличила шанс взлома на 50 единиц. Даже больше. У него было 48, сейчас 100. Это как? Тогда мне и дрон не нужен. Блокирую этим с места. Ну, здесь хаос уже начнется, после того, как мы мэк сломаем. 93, ладно. Еле добрал. Мэк наш, на 3 хода. Фиксируем количество ходов. На всякий случай, что здесь ходы по это самое, по полчаса. А как ты зафиксируешь? У тебя тут никаких параметров нет. Ну, протокол блокировки 4 хода. Все. Из него сразу снимается дезориентация. Прекрасное начало. Что-нибудь там сделать. Но вот вопрос, куда врывается... А, вопросов нет, куда врывается ниндзя. Он врывается четко в этого, в милишника. У него нет других целей. Побежал. Красава. Алексей Друнин. Даже добивать некого. Он взял просто, человека пришел, убил. Давай вот отсюда. Надо разделять товарищи. И пытаться с пушкой сейчас снять у них броню, разбить. Ты попадаешь по этому? Ой, шикарно. Просто шикарно. Вот это выстрел, смотрите. Минус вся броня. У всех троих ранение. Что, будем пытаться добивать? Чистильщик опасней. Погнали. Ну, то есть я его могу убить. Отлично. И... Ну, я встаю вот так. Время танковать и молиться. Ну, ты видишь только одного офицера. 84 элитного пробуем. Есть. Все ранены. Один отравлен. Брони у них нет. Пытаться этого с места простреливать. В принципе, неплохая тема. То есть 60 и плюс еще... Следующий будет... 98, извините. Блин, как с этим паком разобрались, а? Красавы! Из 5 двое захвачены, один мертв, двое дезориентированы. Я за них не сильно беспокоюсь, а вот за это беспокоюсь. Чемпион чародея на новом мутоне. Как же он бафает-то всех, а? Вот как мне мутонов убивать потом? Этот идиот сейчас будет мне фунговать убивать. Но здесь, извините. Вообще надо было, конечно, отступить. Минус третий уже получается, лемминг. Ой. Ой, там Зилу туда достается. Защита 8. А здесь еще подставился, оказывается, Йопперес. Это аспирант еле живой. Блин, и здесь стреляют по мне. Очень плохо. Блин. Что началось-то? А что они на мэка не реагируют? Алло. Нет! Савелий, тяжелое ранение. Срочно стабилизировать, реанимировать, капец. Все, все уже очень плохо. Ой, Зила сейчас не выдержит. Ой, не выдержит он уже всем. Щит, сейчас Мэг будет его бить. У него 10 хитов, Мэг его разуплотнит. Держись. Держись как-нибудь, я не знаю как, я не знаю как. Ракета, хорошо, ракета нормальная. Ой, хорошо. Здесь, скорее всего, ниндзя. Подходим так, кидаем халявный топор. Пытаемся щитовика убрать. Топор раз. 76 всего лишь. Царапина 14%. Мне очень не везет. Овердрайв. Арктонс уже с Магадана до Москвы долетел, а микро все к чему учит. Да я видел. Фоточки ваши. Бежал, и скроем.
Да тут такой XCOM, ты чё? Пытаемся этого убить элитного. Щиты сняли. Блин, мне же еще забомбить может опять же. Как мне быть? Ну как, надо этого убивать. Потом глушить офицера, Зелтон. Из этого пока оставался только офицер. Из этого пока осталось двое, плюс двое взломанных. Но есть же еще люди, которых он повызывал, понимаете? Пробую по офицеру элитному снайперу. Он тут вроде издалека стреляет, но 80 точность. Хорошо. Да у них здоровье до хрена, мне нужна улучшенная магнитка, и потом... 58 по мутону. Бронебойка. Давай, ладно. Ой, хорош. Пробил щиты, пробил ему хпшечку. Время молиться. Взлом продолжается вроде как. Что там такое? Что это? Жжет лемминга, хорошо. Одного, три хита. Это продолжает бегать, блин, перезаряжается, ладно. Мутон, боевой клич. Там два мутона осталось и командир, не так много. Да как так? А кто это стреляет-то? Мутон, концентрация. Вот он, мутон опасный. Граната может быть. А, это жесть, конечно. Капец, нет. На двоих левых? На двоих левых, хорошо, не на Савелия, но 6 урона. О, нет, все плохо. Упуха кровотечения. Действие взлома прекратилось, а почему? Что? А почему действие взлома прекратилось? Почему действие взлома прекратилось? Я же сломал их в один тот же ход. Это ГГшечка, ребят. Это все. До свидания. Мутона я бы оглушил. В этого ворвался. Короче, здесь остается только Зилот. Все решено. То есть надо сейчас лететь, помогать. Оглушение раз. Врыв два. Он должен сдюжить их. За тройку ходов. Восстановил концентрацию и встал еще на инерции. 83. 4. Убей! Крит почти убил. Ух, какой выстрел. Красиво. Современный здесь очухался. У него ситуация, конечно, не из приятных. Этим, скорее всего, надо на рывке снимать Overwatch, фланговать. Погнали. Черт. Волнуюсь. 20 человек уже. Лечим себя по логике, что если себя не подлечишь, то следующего лечения, скорее всего, не будет. Дальше ориентировочно Гренка. Подходить сюда ниндзя. Вот это плохой ход. Был плохой ход, надо уходить отсюда. Даже сюда. Мутона убиваем. То есть мутон этот убит, второй дезориентирован, точнее оглушен. Но вот этот ход был пришельцем, конечно, очень результативный. Сейчас могут быть снова ранения. Да, похищает пуха. Вот он очень жесткий, его надо пытаться восстанавливать, все-таки пытаться спасать. И сейчас надеяться, что современного не убьют. Вот, видите, фланг и выстрел по леммингу. Ну, это как бы отвлекаем, типа. А вот Мэг может забомбить меня. Не, ну стреляет, хорошо. Отлично, все. Два хода выиграли. То есть здесь вряд ли он пробьет нас, в принципе, каким-нибудь толковым способом. Да. Вот тут мы, скорее всего, Мэка убиваем, хотя у нас патроны заканчиваются, вот проблема. Мэка убили. Осталось три человека. Босс, команда и мутон. Он подходит. Это два хода или не один? Или один? Флангует, гад. Вот он перезаряжается.
стреляет по храмовнику. У него там 7 бонусных хитов. Мимо, хорошо, 70% повезло. А этот что? Overwatch. Хорошо. Что по дуплету? Ай, 80% всего. Ну, подойди на единичку. Это же можно сделать. Оп! Мастер ближнего все-таки. Ах ты, тварь! Клеточка срабатывает мастер ближнего. И у него 5-9 урона. Я же не могу его убивать, пока мутона не убил. Ой, ошибка. Еще одно дикое ранение. Господи, какой я кривой. А мутона я хрен убью. Пытаюсь с Лехой сюда ворваться. Он убивает предпоследнего. 24 человека убиты. Двое остались, но... Какой у него урон. Ну, у него фаталити, видите, по этим, по раненым. Вот он и бьет. Оглушение на два хода. Ставим метку. Критуй, убей его. Есть. Остался босс. 25 человек. Ниндзя врываюсь. О, нет, 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 там же уже мастер. У меня... Он же не протоковал? Не протоковал, 15. Работает, в общем, работает. Фух. Да, ниндзя подставляется. Но он скорее будет стрелять, я надеюсь. Призыв последователей? Не надо, зачем? Началось, точнее продолжается. И чемпиона сразу делает дальше. Капец, он бессмертный. И еще стреляет при этом. Да ты офигел, что ли? Мне кажется, надо его добивать, просто пытаться. О, хороший эффект. Вы видели, как и толкнул его? О! Надеюсь, тебе исчезнут. Ну, это самоны, нет? 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 Нет. Я не знал. Но это была грубая ошибка. Ну как, я не знал, что тут не исчезнут. А сейчас получается, у меня тут ниндзя ушатывается сразу. Сейчас просто расстреляют Леха ни за что. Из-за того, что я проэкспериментировал, называется. Гренка. Ложись, не достали. Не, достала, нормально, защита сработала. Как-нибудь держись. О, мясорубка. Отключил его! О, что? Леха! Мясорубка! И этого давай! Промах. Вы видели? Держись, Леш, держись, держись. Только не крит, только не крит. Леш. Стекает кровью. У меня нет аптеки. Мне нужно ушатывать всех три хода. Нет же аптеки. Есть одна аптека у снайпа. Протокол блокировки. Перезарядка. Да вы издеваетесь. Как не вовремя, а? Так, ладно, оглушение ориентировочно на вот этого товарища, чтобы овер убрать. Такое мясо, ребят! Какое там освобождение региона? Я месяц восстанавливаться буду. Туда же давай, в него режь. Должны за три хода справиться. То есть у нас минус один офицер и миллион ранений просто. Ну, похищенный офицер имеет сюда. Ну и минус убежище. Есть, попали, молодцы.
Леша выжил. Может быть, кстати, благодаря, знаете, чему? Благодаря этому улучшению, которое мы сделали. Пособирал материалы в регионе, называется. Пособирал материалы. Ребята, ой. Ну, в этой... на этой карте, Леха, держись. Как вы понимаете, ну, главная роль это была у Абера, у Зилка, у... и у Рейнджеров, наверное. Вольт. Хорош. Убого. А начиналось, помните как? Как оно начиналось? Минус разрушитель. А, это у него что там было хорошего? У него на самом деле было только броня хищника. Минус искра. Разрушитель не жалко, а вот искру. Ну, она почти нулевая была, ладно. Почти в ноль, кстати, материалы инопланетные. Короче, Миша, соберись. Миша, соберись. Еще можно, наверное, как-то в этом трае пожить. О, что-то страшное. Штурмбаза. It's one of those things. That can't be good. Abandon your misbegotten sanctuary and seek. Оставьте свое уничтоженное пристанище. Только их могущество спасет этот мир от гибели. Придите и будете спасены. Определи его местоположение живее. Готово. Но это тебе не понравится. Я не знаю, откуда никто нужно убивать по жизненно важным отсекам. Еще несколько попаданий, и мы не выдержим. Мы не собираем, шеф. Мы должны вывести орудие из строя, пока не поздно. Наши бойцы готовы действовать по вашей команде. Я смутно помню эту миссию из оригинальной игры. Смутно помню. Помню пушку большую, помню орды врагов, бегущих на корабль. Но мы на природе будем воевать. Да. Ой-ой-ой. Леха такой выходит. Мэки стоят. Да. Нам нужно и держать оборону, и прорываться вперед. Я хз как. Азара поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Давай, Миша, кулаки сжаты. Сольешь, я их торпедами расхреначу. Что? Туретки стреляют. О. Что? Что? Да, я начинаю вспоминать. Короче, у нас есть некая целостность Мстителя 550. И она как бы будет теряться со временем. Вот, каждый ход в каком-то количестве. У нас есть вот такие вот расчеты, где, ну, враги находятся и стреляют штуки. А еще есть пушка, которая будет стрелять в нас, и нам нужно до нее добраться. Что? Что? Как-то страшно как-то. Да... Я не знаю, что делать. То есть тут подъемы, спуски, я хз. Враги впереди. Черт его знает какие.
Где они стоят, как они идут, будут ли идти. Ё-моё. Подкрепление по КД? Ох ты ж, ёжик. Ох. Ну чё, всё на сегодня, пожалуй, да? Хороший момент для того, чтобы остановиться. Интрига, так сказать. Что же будет с этим траем? Все, спасибо, друзья, что смотрели. Спасибо, что болели. Как все? Вот так вот. Война будет завтра или послезавтра. Если коротко, этот трай я запарываю. Не специально, но чувствую, что все к этому идет. Фейлим миссии. И финалочка — это штурм нашей базы. Что не так? Все не так. Ученых было маловато на старте. Поздно открыли искру. В следующий раз мы просто искрами будем все миссии собирать. Даже самые невероятные. Ну, если будет, конечно, этот трай второй. Потому что у нас как бы все траи первые. Вот. Спасибо. А чё в смысле? Когда продолжение? А чё? А ничего. А чтобы узнать, снизу слева под плеером есть кнопка. Подписываешься и получаешь уведомление.